Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, и в предыдущей серии я обнаружил эту щель, и от радости закончил серию. Ну, в принципе, время подходило, поэтому и закончил. А тут не самый плавный спуск, но на санях, пожалуй, можно съехать. Дается явная подсказка, что покидать это место придется именно через это место, именно через щель. Меня другое интересует, могу ли я покидать данный монастырь вообще и искать решение своих проблем за его пределами или нет? Я, наверное, это попробую проверить. Из человека она тоже хочет убирать пыль времен, как-то у нее все однообразно. Я опасаюсь худшего, Оскар. Какой Оскар? Где она тут нашла Оскара? Надеюсь, это не для Ганса. У меня какая-то ментальная связь с Оскаром, похоже, она решила ему пожаловаться о том, что здесь копают могилу для Ганса. Да я не буду врать, в принципе, я предполагаю примерно, как мы будем покидать через эту щель это место. Есть варианты. Мне кажется, что в гробу, но может быть и в чем-нибудь другом. Мне главное теперь понять все места, которые здесь могут быть. Это, например, я сейчас... Нет, это какое-то новое место. Да, здесь я уже был. Снова пыль времен? Нет. Это еще что? Я думаю, это корни. Хотя нет, это не корни, это какой-то кустарник, на нем что-то растет. Это еще что? Приложи ручки, Кейт. Можешь не ручки, можем сжечь. Не можем, да? Кстати, интересно, она постоянно говорит про пыль времен. У меня есть щетка, которая может справиться, мне кажется, с любой пылью времен. Но вот как-то, похоже, она не хочет. Это... Нет тут какого-нибудь волшебного места, которого можно все-таки приложиться и очистить это? Раз и навсегда. Нет, похоже, нет. Наверное, мне чего-то не хватает. А что тут написано? То ли на каком-то древнерусском, то ли на греческом. Ну что, кстати, вполне возможно, потому что все-таки кириллица, она как-то пошла из греческого, насколько я могу судить. Короче, это чья-то могила, кто умер в 96-м году. Но, видимо, это я узнаю только когда мне сможет зачитать это сама Кейт, поэтому пока что будем исследовать. Если ничего нету, пиксель-хантинг мне никак не помогает. Пойдем далее. Я вообще опасаюсь, что это будет очень тупниковая серия. Вот в том плане, что именно, мне кажется, этот монастырь вообще самое запутанное место в этой игре. Но здесь наверняка можно найти какую-нибудь библиотеку или еще что-то, как в том же Аралабаде. Аралабад же была та станция, где был университет, да? В принципе, тот Аралабад был тоже местом с очень большим количеством разных вещей. Так, сюда я ходил. Или здесь как раз будет выход из всего этого, и меня отсюда не выпустят. Это тележка, она же по-любому должна пригодиться. Это тоже похоже на то, на чем мы можем скатиться с горы. О! Подождите, этот секатор был здесь в прошлый раз, или я не мог его взять, потому что он мне был не нужен? Теперь я знаю, чем я могу тот надгробный камень очистить, и сразу же пойду туда. Что здесь написано? Хамон? Хавар? Нашальника. Нет, не нашальника, точно. Я просто думаю, может быть, это не W, может быть, это они ше хотели написать. Понимаю, какое-то удобрение, хотя... Неважно. Пойдем изучать. Смотрю на этот снег, и прямо интересно мне. Что-то я давно уже не запоминал снова сны свои. Сегодня мне почему-то снилось, что выпал снег за окном. Причем сегодня был сон из разряда таких... самых, наверное, неприятных, потому что реально я во сне присутствовал в том же месте, где я спал, и было ощущение просто, что я проснулся и все это наблюдал. Но почему-то у меня за окном шел снег, была ночь, почему-то снег был и на подоконнике изнутри, хотя окна были закрыты, почему-то снег был внутри, по крайней мере, не такой, как должен быть снег, а вот такой, как... Ну, вы можете, наверное, себе представить такое растаявшее и обратно замерзшее мороженое. Не знаю, даже не мороженое, а просто замороженное молоко. Иногда бывает, так халтурят на производстве мороженого, и в пачке есть просто тупо замороженное молоко с сахаром, как-то не взбитое оно, что ли, или еще что-то.
Очень было очень неприятно. Секи, Кейт. 4. О. Я чисто подсознательно понимаю, что это могила именно Алексея... По-моему, он Туканов должен был быть. Ну да, Тоу-Ке-А-В-Во-Во. Ну, короче, как его должны звать в оригинале? Алексей был... Ну, понятно, в письме его называют только Алексей, к сожалению, его фамилию я, видимо, забыл навеки. Но это не так важно, я теперь знаю, когда он помер. Причем вообще непонятно, зачем я это все расчищал, потому что я мог это прочитать и без этого, но, наверное, тогда бы скрипт какой-то не отработал. О! О! Побеги! Прям побег сезон 1, побег сезон 2, побег сезон 3, финальный побег. Хотя, я помню, там 4-й тоже был. 100 лет не пересматривал этот сериал. Все, теперь я где-то смогу разжечь костер. У меня есть спички и побеги. Только что я должен палить, интересно? Может быть, гроб? Чтобы его точно не захотели... От этого гроба просто мороз по коже. Чтобы его точно не захотели использовать против меня, вот точно мороз по коже, он должен быть теплым и сгореть после... Чтобы не было мороза. Да, опять же, про сон, кстати, довольно интересно. Я просто реально под впечатлением, потому что у меня давно такие... С странным настроением сны не снились. Было очень странно, потому что я, в принципе, в детстве довольно пытался увлекаться осознанными сновидениями. И с тех самых пор я помню одну довольно интересную вещь, что если ты хочешь проверить, сон это или нет, надо попробовать подпрыгнуть со всей силы и мысленно захотеть полететь в этот момент. И если это сон, то ты как бы должен суметь полететь. Но довольно интересно, это был первый раз за, ну, десяток лет точно, а может и пара десяток, когда я во сне это попробовал. Мне реально было как-то неуютно, и я решил попробовать, сон это или нет, и как-то не полетел я нифига. Так что теперь я просто чувствую себя глубоко обманутым в своих ожиданиях. Ничего не поделаешь, заперто. Обидно, в общем. И ничего нельзя поделать? Ничего, вот прямо как и мне. Может, секатором тоже это все? Может быть, расплавить? Зимой есть такой интересный метод, если очень сильный мороз и была оттепель, а потом сильный мороз, иногда вода попадает в замок навесной, например, на улице, там всякие сараи открывать на даче или еще чего-нибудь, и туда просто не ключ не всунуть или всунуть, но не провернуть можно. Ну и нет специальных веществ, можно подогревать замок именно методом паления чего-нибудь. Все равно потрясающая работа. Я забыл уже, я очком смотрел на это или нет? Подождите, а я вообще не могу им смотреть на что-то, да? А, нет, могу. Но все равно не получается. О, пыль времен я почищу. Ну, наконец-то. По моей отсебятины хватило аж на 10 минут, но теперь я хочу играть и... Нечего мне вам рассказать, мне кажется. Это песочные часы. Но не песочные часы. Сейчас посчитаю. 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Да, это точно часы. Какой-то символ. Все равно не помогает, да? Еще почистить? Какой-то символ. Нет, больше чистить нельзя. Но ничего из этого мне сюда точно не пригодится. Ладно, будем знать. 12, 3, 4. Ну, короче, по симметрии можно это запомнить. Была ли у меня еще какая-то такая фреска, которую... Да, вот еще одна фреска. Ее, наверное, я тоже могу почистить. Эта щетка, судя по всему, явно... Хотя... Не обязательно обувная. А это я чистить не могу. Странно. Ну-ка, уберем эту пыль времен. А только скажите мне, что я до того, как она скажет, уберем эту пыль времен, не мог чистить, когда она сказала, могу. Нет, не могу, слава богу. А то я бы разочаровался в механике этой игры. Вырезать тоже себе на память ничего не могу. Ну ладно, тогда, наверное, все-таки я
изучил все, что планировал. Вот сюда. Нет, сюда тоже нельзя. Ой, какой-то странный инструмент у него здесь. Похоже. Да, какая-то странная пилка. Все равно потряс... Ладно, все равно потрясающая работа. Пришел я откуда? Отсюда? Да, отсюда. Я помню эти запертые фигни. Открывать мне их нечем, так что пойдем снова сюда. Я еще раз поизучаю. О! Ко мне кто-то хочет общаться. Точно. Здравствуйте. Здравствуй, чадо. Вы правда не можете помочь Гансу? Господь уже назначил ему жребий. Будем уповать на его великую милость, да простит грешника. Но Гансу не в чем каяться. Не дух заставил его говорить, но это неправедные речи. Совсем, совсем неправедные. То есть они еще хотят, чтобы он покаялся или что? Как-то опять фразы немножко не совпадают. Господь призывает, ему не в чем каяться, но он этот говорит, что он покаялся, но нечестно. Ганс Форальберг — хороший человек. В бреду он изрыгает сплошь богомерзкие, сатанинские, языческие речи. Молись, женщина, чтобы не был он ввержен в озеро огненное и серное. Да вы ненормальный, вы же фанатик. Я поговорю с ним, слышите? Наверное, мне после этого будет стоить с ним поговорить. Нам непременно, непременно надо двигаться дальше. Оставь эти мысли, чадо. Больной слаб и немощен. Мечта Ганса Форальберга осуществится. Слышите? Тому не суждено быть. Скоро он покинет земную юдоль, а ты смирись и терпи. Мне реально интересно, они его так умертвить хотят почему-нибудь все-таки замыслу или чисто из верования в себя? Я говорила с Гансом. О, когда ты и успела? Что? Ему лучше? Это ненадолго. Увы, не первый раз я вижу, как бренная плоть тщится избежать жребия своего. Он сказал, его может вылечить один монах. И кто сей инок-врачеватель? Этот монах много лет жил у юколов. Есть такой загадочный северный народ. Да, воистину, недуг его тяжек, а разум слаб. Да, это что называется из анекдота. Простите, врач сказал в морг, значит в морг. Господин настоятель, вы знаете некоего Алексея Туканова? Да, Туканов. Еретик и богомерзкий обманщик. Не стоит упоминать его, чадо. Кажется, Ганс Форальберг о нем очень высокого мнения. Твой друг, должно быть, скорбен главою. Но все равно, можно мне с ним встретиться? Нет, Алексей Туканов нас оставил. Давно оставил, мисс Уолкер. То есть, может быть, это означает, что они ему поставили фиктивную могилу, типа он засранец и недостоин жить в наших сердцах, что, может, в 96-м году он все-таки от них ушел, но он еще жив? Но вряд ли. Простите, что я вам надоедаю, но где сейчас Алексей Туканов? Он умер. Упокой, Господи, душу грешную усопшего раба твоего, ибо грехам его не было числа. Ганс часто рассказывал про загадочный северный народ, про юколов. Проклятое племя, слуги дьявола, ибо чтут идолов и склоняются перед бесами, а спасителя отвергают. Ганс долго жил у них, его там очень полюбили. Чадо, не поддавайся на соблазны идолопоклонников. Они только одного хотят со своим первобытно-общинным строем проводить все дни в похоти и праздности, аки скоты. Не забывай, кто отступится от Господа, обречен на вечную муку. Ладно, все, что нужно, я узнала. Счастливо оставаться. Иди, чадо, только подумай, не пожнешь ли ты позже терний? Я тут, пока он договаривал последнюю фразу, считал, сколько букв в слове «первобытно-общинным». 18. Я просто в титрах посмотрел, что слово какое-то на полэкрана. Ну, не на полэкрана, на треть экрана. Короче, мужик
Мне у тебя точно ничего нельзя сделать полезного здесь? В этом экране я могу только с тобой говорить, ты говорить о том, что я не права. Вообще, я с тобой довела все мысли, которые я могла говорить, наконец. Здравствуйте. До свидания. Здравствуй, Чада. Нет, не все. Мне кажется, про монаха, который может помочь, это не бред. Ганс в своем уме. Чада, в речах больного грешника истины не обрящешь. Он противится спасению и потому измышляет мнимую надежду, аки призрак. По-моему, юколы могут приблизить Ганса к цели. А чем они там занимаются и во что верят, какая разница? Надеюсь, эти порождения ехиднины, эта мерзость перед очами Господа, уже исчезли до последнего язычника. Спирт и оспа в наших краях несут быструю погибель нечестивым. Ладно, все, что нужно, я узнала. Счастливо оставаться. Иди, чадо, только подумай, не пожнешь ли ты позже терний? Так, про терни и про пф я уже слышал. Хватит, ты меня утомил. Даже если с тобой надо для сюжета говорить, я хочу сделать некоторый перерыв в этом увлекательном процессе и все-таки пойти попытаться, что ли, еще раз с Гансом пообщаться. Не знаю, у меня теперь есть знания о том, в каком порядке что-то где-то расставить, в каком-то часовом порядке. Теперь надо найти только где это. Везде ли я ходил, где я мог ходить? Сюда прямо меня не пускают. Да, видимо, это, кстати, выход именно совсем из храма. А, ну да, меня наверняка просто на лифте никто вниз не опустит, поэтому, собственно, туда вариантов никаких нету. И мне надо сначала... Да, я покину это место именно через щель. А, до того как? Мне в щель нельзя, поэтому и покинуть это место нельзя. Все логично. Не люблю, когда дают уж огроменную вообще свободу действий, когда непонятно, что делать на огромном пространстве. Я еще хотел поджечь, по-моему, ту... О, что-то новое, да? Подождите, меня здесь, кажется... Кажется, меня тут не было. Это как раз библиотека, по-моему, да, которую я хотел? Я могу направо, я могу налево. О, цепи звенят. Откуйте библиотекаря, ему хочется кушать, а не участвовать в ваших играх с цепями. Реально звенит. А, это я спустился вниз, нет, подождите. Вниз это, конечно, хорошо, но лучше сначала наверх, я хотел проверить все, что там есть. Может быть, это Кейт чем-нибудь звенит? Может быть, у нее все-таки выросли сосульки в каких-то определенных местах, раз уж она вся такая болезная. Не, звук явно металлический. Я понимаю, что вы его практически не слышите, я-то его еле слышу. Но скажем, если вы в наушниках слушаете этот летсплей, может быть, вы его и слышите. А вот если в колонках, то, естественно, нет. Все, сюда наверх ни зачем не нужно, здесь ничего нету, да? Подождите. А, нет, это... Это не лупа, это стрелочка. Ну ладно, тогда значит вниз. Может, это просто ветер колышет эти цепи с... со свечами? Очень интересно, кстати, какой длины должен был быть... Палк? Ну, палка. Я забыл, как правильно это называется, которые надо зажигать такие свечи, которые горят вообще. Судя по росту Кейт, это метров 8, наверное, как минимум. В старые времена такие свечные люстры зажигали такой палочкой, насколько я знаю, и тушили такой же палочкой, только с металлическим ковшечком наверху. Но здесь как-то палочка вообще должна была весить 10 килограммчиков, наверное. Ну, это алхимический стол, я должен его познать. Почему я не могу с этим ничего делать? Эй! Это место не может быть здесь просто так. О! А, вот и эта палочка. Это не палочка, конечно, это секирочка, мягко говоря. Но свечи мне зажигать надо, да?
Это как раз то, какую картинку я и находил. Прикольно. Это мое подсознание и моя образованность сказала мне такие вещи, я реально не помнил, что здесь надо будет это делать. Это у нас, наверное, самое верхнее, да? Я забыл, я помню 4-5 часов. 7-8 часов. А вот какой главный был все-таки? Час и вот это, или просто самый верхний? Не помню. Пробуем все-таки час. Соответственно, 11. Ускорю-ка я этот процесс. Я думаю, это никак вам не интересно. Свечи просто зажигаются, и все. Так, это час. 2, 3, 4. Подождите-ка, 4. 4-5. А, ну да, 4-5. Может, и не ускорю. Это интересно, а почему оно зажигается? На этой палке же нету ничего горящего. Но еще интересно стало, я что-то вспомнил какой-то рассказ Терри Пратчетта, давно уже читал, где главным героем был как раз вот такой вот свечник. У них была еще какая-то свеча, самая главная, которая никогда не тухла. И у этих свечников была тайна, что на самом деле эта свеча тухла уже по 100 раз, но просто они ее вовремя поджигали, а в народе бытовала тайна о том, что она горит там с незапамятных времен. А, по-моему, это как раз та не сильно мне понравившаяся книжка про футбол. Незримые академики, по-моему. Да, незримые академики, кажется, так. Ну и да, похоже, я сделал неправильно. Может, все-таки верхние надо зажигать, а не вот эти два? Я просто не знаю, что должно произойти после того, как я все сделаю правильно или нет. Давайте-ка. Может, наоборот, должны гореть все, кроме тех, которые я... Которые были там выделены. Ну, тем не менее, сходить проверить это недолго. Главное, не забыть, как сюда вернуться. Если что, я это сделаю за кадром. Ну и, видимо, да. Видимо, я все-таки сделаю это за кадром, потому что что-то у меня ничего... не происходит. Сейчас вернусь. Главное бы еще найти, как отсюда выйти. Я не вижу кнопки выхода. Эй! Че, я должен погасить все свечи, прежде чем отсюда выйти? Или... А, не, вот так вот. Или все верно? Или я просто не... Ну да, все свечи погасились. Ладно, сейчас вернусь сюда. Должен, кстати, отметить, они еще специально сделали это место таким дико неудобным, что возвращаться из него придется, ну, долго, по крайней мере, весь этот наворот навернуть. Наверное, это сделано специально, чтобы людям не хотелось возвращаться туда, где они точно знают, что это правильно сделано, и чтобы все-таки пытались своими силами вспомнить, как это происходит. А, ну да, я всего лишь немножко ошибся. Надо было не 4-5 часов зажигать, а 3-4 и, соответственно, 8-9. Так бы я все сделал правильно. Ну хорошо, сейчас вернемся обратно. Должен сказать, они не могли все-таки сделать так, чтобы Кейт это опускала несколько побыстрее и вообще двигалась. Хотя, с точки зрения человеческой, скажем так, физики, она все делает правильно. Эта палка реально должна быть очень тяжеленной, и двигаться с ней должно быть сложно. Но, собственно, последняя свеча, мне самому интересно, что произойдет после этого. Ну-ка. Ну-ка. О! Абсолютно не подвластная человеческой логике
механизма, хотя, в принципе, нет, вполне могло быть, все-таки свечки приделаны за цепи ее. Такой механизм можно было придумать, если цепи нажимают строго определенные рычаги, а где-то этот механизм, скажем, на пружинах, хорошо натянутых. Если все цепи поставить в правильное положение, эта пружина освобождается, то да, это могло произойти. Причем не очень зависимо от времени, главное, чтобы пружина не... Это не та, нет? Нет, не та. Наверное, все-таки это мне пригодится, как раз это место. Да, чтобы пружина не заржавела, главное. Все, теперь это место есть у меня. Я даже знаю, что в него всунуть. Не то, о чем вы подумали. Ибо холодно. Я могу еще эти лепестки... А, я их могу... Эй. Почему я могу только... один раз с ними что-то делать, а в остальном не могу? Только не говорите мне, что опять свечки надо будет делать, ладно? Не хочу свечки делать. Ну, в принципе, нет, наверное, нет. Мне, естественно, нужно это... стекло с мамонтом. Или не нужно? Да, наверное, нужно открыть. Эй! Почему ты перестала так делать? Почему ты перестала открываться? Или мне надо вставить это куда-то туда? Или мне действительно снова надо свечки дергать? Да черт. Ты светишь вот сюда, вот насколько я могу судить, да? Но здесь ничего нету. Или куда-то сюда. Нет, сюда ты не светишь. Блин. Ну ладно, сейчас попробую еще раз свечки подергать. Да, мне не в эту. Нет, в эту. Бесполезно. О, ты не хочешь ничего со свечками делать, то есть все-таки... все-таки все правильно. Я уже решил жаловаться на то, что... эта игра попусту тратит мое время, хотя без этого можно было бы абсолютно обойтись, но нет, видимо, это я не прав. Подождите, а та свечка мне... нет, та свечка мне показалась, что ее можно использовать, на самом деле просто там была стрелочка. Вот мне интересно, может быть, не надо снаружи храма найти это окошечко? Но очень сомневаюсь, потому что лазить по стенам храма я точно не буду. Очко мамонта. Ой, господи, что я сказал. А, очки с мамонтом. Может, я в какую-то из этих могу всунуть? Ага, вот сюда вот есть как вариант. Но нет. Как только я отодвигаю это не получается. Как только я делаю все, у меня все сбрасывается. Но они же не могли придумать, что надо просто возюкать этим и все. Нет, не могли. Возможно, мне сюда что-то надо поставить. Может, откромсать нафиг это все. Может, я не все подобрал. Меня смущает, что было большое окно, а теперь мне его никак не вернуть. Может, мне надо покинуть это место расположения вообще? А может, я что-то просто не вижу? Почему я могу только в одну сторону это шевелить, а остальные нет? Или мне надо угадать, какие именно поставить правильно? Но вроде бы это нигде не нарисовано. Ты рассеиваешь свет. У тебя есть всего несколько углов правильных. В принципе, это можно сделать методом перебора. Начистить тебя нельзя? Нет, нельзя. Туплю, однако. А, может, у меня действительно нету чего-то?
Но по всей же видимости, вот здесь вот круглое отверстие, сюда это надо всунуть. Я, кстати, еще по телефону не могу здесь звонить, что самое интересное. То есть помощи мне ждать неоткуда. Если я это покидаю... Ага, у меня остаются отжатыми именно то, что я отжал. Тоже интересно. Что у меня там происходит на этой стене в таком случае? По всей видимости, оно вот сюда куда-то должно... Или оно вообще в пол должно светить? Может, я могу куда-то сюда эту стекляшку всунуть? Ну-ка, спускайся, Кейт. Это по-прежнему мне не подвластна штука. Здесь есть что-нибудь активное? Да нет, по-моему, ничего здесь активного нет. Только кто-то цепями звенит. Буду думать. Вообще, знаете что? Наверное, серию уже можно и заканчивать. Уже почти полчаса. Так что давайте этот секрет мы откроем в следующей серии. Она будет скоро. Пока что это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока.